Всем привет-привет, с вами Коннова Аня, и у нас с вами сегодня в этом обзоре будут новинки каталога 4 2024 года, который будет действовать с 26.02 по 17.03. Итак, мы с вами, я помню, что пропустили помады. Предыдущий обзор у нас с вами был про коллаген бустер, а также он у нас с вами был про кушоны, обязательно посмотрите, кто пропустил. И также он у нас был про выравнивающий консилер для лица. Вот эти средства, конечно, мне очень понравились. Безумно, все средства рекомендую. И сегодня мы с вами начнем с помад. Расставила их по порядочку. Новые 10 оттенков. Сразу же скажу, что я не совсем поняла, почему тут подписано, сейчас увеличу, почему тут подписано скоро в продаже. А если они у меня уже, вот они на руках, все 5 штучек, но тут подписано скоро в продаже. Ну ладно, суть не в этом, а суть в том, что хочется показать вам все помадки. Ну давайте начнем с руки. Значит, 41-147 карамельный нюд у нас с вами. Очень такая красивая коричневая помадка, такая с розовинкой, кстати. Она у нас с вами идет как высокая степень пигментации, глубокие и насыщенные оттенки. То есть очень даже красиво, да, коллагеновая помада, ребят, ну это вообще просто бомба. Дальше 41-148, это у нас кашемировая роза. Ну что ж, очень красивая кашемировая роза. Так, угу. Абсолютно разные оттеночки, да? Так, забыла вам с каталогом сравнивать, да? Ну, вот она такая, кашемировая роза. Очень, кстати, похожа в каталоге. Обратите внимание, прям один в один похожа. Мне нравится такое, да? Так, давайте первую помадку сравним. Угу. Тоже смотрите, как похожа. Просто идеально. Шикарно. В этот раз цвета прям точь-в-точь совпадают. Это радует. Так, следующая это лиловая замша. Прям замша, да. Следующая это лиловая замша. Такой темный оттеночек. И на мой взгляд, ну, не знаю, вживую он более такой яркий, что ли, нежели на камеру. Обратите внимание, как оно блестит, переливается. Мне очень нравится такое сочетание. Еще плюс идет тут трипептид, плюс масло карите и витамин Е. То есть получается эффект филлера, который стимулирует выработку собственного коллагена, разглаживая мелкие морщины и возвращая губам объем. Ну, слушайте, здорово. Будем разглаживать мелкие морщины. Так, лиловая замша. Угу. Тоже очень хорошо получается. Следующий идет сатиновый амарант с артикулом 41-150. Очень интересное название. Ну, слушайте, очень красиво, да? Сатиновый амарант. Да. Если честно, 10 раз перечитываю название, кажется, что прочитала что-то не то. С каталогом в этот раз совпадают идеально. И блестят, боже мой, как они красиво блестят. Такой у них атласный, очень приятный блеск. Так, следующее. Латте нюд. Угу, давайте вот тут. Ну, слушайте, тоже с каталогом отлично совпадает. Мне вот это очень нравится, что прям совпадает очень хорошо. Так, Латте нюд. Тоже такая хорошенькая помада. Такая, знаете, на каждый день бы я ее назвала. Ну, каждый день ухаживать за губками. Шикарно. Так, далее. 41-156. Это у нас идет чайная роза. 41-156. Такая вот красотка. Тоже совпадает с каталогом. Ну, такой коричневый, с подтоном. Получается очень красивым розовым подтоном. Очень светлый, классный оттеночек. Сейчас еще будем смотреть, как оно на мне отображается. Давайте еще свет включим, да, и посмотрим. Вот она. Видите, какая красотка. Прям супер. Мне очень нравится. Очень красивый оттенок. Следующий малиновый крем 41-151. Ей я накрасила, уже губы успела. Поэтому начнем обзор с нее на мне. Да, с каталогом отлично совпадает. Так, отставлю в сторону, чтобы не попутать. Дальше мальва 41-152. Господи, какая красивая помада мальва. Угу, супер. Так, а предыдущую-то я ж, наверное, не показала, да, вам предыдущую. Так, малиновый крем 41-151. Это она мне больше всех понравилась. А я ее взяла, вам и не показала. Пропустила. Ну, бывает такое. Так, более приглушенный оттенок, нежели на камеру. Ну-ка, если вот свет выключить. Ну да, вот такой. Включаю свет, она чуть-чуть посветлее становится, видите. Но на самом деле, да. Господи, какие блестючие.
Красота. Просто красота. Так, ну и последние две. Это розовый шелк 41-151. Это, наверное, будет любимицей многих. Такая отличная просто помадушка. Такая, знаете, вот все ей любят пользоваться вот таким цветом. Очень часто у меня такой цвет просят заказать. Сегодня у меня, кстати, купили парфюмерную воду Шанти. Вот. Думаю, кому-то она и принесет дзен. Она же с дзен-комплексом. Дальше, 41-154, черничный йогурт. Ну, вот это на любителя помада. Темная такая, да, получается. Черничный йогурт. Но оттенок очень красивый. Угу. Просто супер. И они, знаете, друг на друга все не похожи. Они неповторимые. Вот что мне понравилось в коллекции. Какого-то вот такого повтора, ну, нету. Вот здорово. Не знаю даже, какая больше мне помада идет. Мне кажется, мне подойдут все. Сейчас будем с вами вместе выбирать. Вы ведь мне напишите в комментариях, да, которая хуже всех, которая лучше всех. Помогите мне, пожалуйста, с выбором. Да, сейчас у меня как раз-таки помадушка 41-151. Вот это вот малиновый крем. Очень такая хорошенькая, удобненькая. Ложится вот прямо нежно так. Знаете, она с очень приятным привкусом, эта помада. И запах у нее такой, знаете, косметический очень приятный. И плюс ко всему она привкус какой-то немножечко дает. Тоже прям великолепный такой. Вот именно что парфюмерный привкус. И смотрите, у нее такой вот изогнутый кончик. Я так понимаю, вот так им надо краситься. Очень удобно. Вообще. Лежит великолепно, если на свет сделать. Еще и блестит здорово. В общем, такая вот красота. Кстати, макияж я сегодня сделала очень легко и просто. Нанесла нашу новую тоналку, которую показывала в прошлом обзоре. Наш новый консилер, просто шикарно. Ну и, конечно, нашу вот палеточку Glam Team с артикулом 6433. Вот такая вот красотка. Я ее уронила, кстати, в дороге, что очень-очень жаль. И, конечно же, тушь Miss Curl. Реснички, знаете, такие тверденькие, стоят колом, как говорится, 56-761. Ну и, конечно, пудра фиксирующая 64-41, по-моему, у меня тут артикул стерся, к сожалению, да, то есть эта пудра, она такая вот светленькая, хорошенькая, да, то есть беленькая. Мне она всегда очень нравилась, поэтому я ей часто очень пользуюсь, чтобы не стереть губы в кровь. Да, был у меня такой опыт, тут лопнула даже губа, когда было 20 оттенков помад. Я теперь боюсь, поэтому мицеллярная водица, очень нежная, с артикулом 2819. Следующая помада, черничный йогурт. Вот смотрю на нее, и такое ощущение, что она не такая уж и темная, не такая уж она и, как вот знаете, как на руке. Была прям очень сильно темная, да, помните, я уже все стерла. И вот я вот так несколько раз провела, и она прям темнущая была. А тут я смотрю, она просто так хорошо смотрится, великолепно. Мне кажется, такой неплохой вариант. Ну и плюс у всех у этих помад, они очень хорошо разносятся, поэтому можно чуть-чуть пальчиком, да, и цвет уже меняется, поэтому это очень экономно, да, брать супер темную помаду и чуть-чуть пальчиком наносить, на 10 лет хватит. Конечно же, насыщенный цвет тоже очень плотный. Нету такого, что она там мажешь-мажешь, да, наносишь-наносишь, а она такая полупрозрачная. Вот это тоже очень хорошо. На губах ощущение такое невесомое, нет плотности. Ощущение какого-то такого, знаете, шелка очень приятного. И такие чувства сразу же, да, так наносишь и думаешь, как приятненько. Знаете, вот прям она действительно такая какая-то маслянистая. Но она не будет растекаться там, знаете, по губам еще как-то, да, вот тут вот как-то вот, ну, не будет в этих местах она мешаться. Она вот именно что будет хорошо лежать там, куда ее положили, да, и без всяких растеканий, но будет хорошо и ухаживать, и увлажнять. То есть это такая прям классная помада, ухаживающая. Следующая красотка – розовый шелк с артикулом 41-153. Ну, мне кажется, очень даже симпатичная. В один слой, в несколько слоев. Отличная помада. Прям кайф. Очень приятные ощущения. Знаете, хочется так мазать-мазать и не останавливаться. С артикулом 41-152.
Идет мальва. Очень красивый тоже оттеночек. Его, конечно, можно таким полупрозрачным в один слой. А тоже будет очень симпатично. Очень красиво, мне кажется. С артикулом 41-156 идет у нас с вами чайная роза. Красивый оттенок, мне кажется. 41-155 латте нюд. Мне кажется, это будет любимица многих. Ну, очень красивая помадка. 41-150 сатиновый амарант. Лиловая замша. Прекрасный цвет. 41-147 карамельный нюд. Самая, наверное, красивая помада — это кашемировая роза. 41-148. Вообще очень понравилось. Красота. Вот, наверное, именно кашемировая роза мне нравится больше всех. Ну, красота. Мне прям очень понравилось из всех именно кашемирка. Смотрите, как я тут все нарисовала. Следующая красота — это питательный плампер для губ. Вот такой вот хорошенький, красивенький. Он реально очень круто блестит. Смотрите, какой блеск. Просто переливается. Обалдеть. Красота, да и только. Так, значит, он у нас с вами идет с артикулом 411-00. Формула на основе тройной дозы масла ши для максимального питания. Вкусненько. Тут такой более наглый блеск, да? Да, губы кардинально отличаются. У него идет обволакивающая текстура бальзама, объем и сияние плампера и универсальный нюдовый оттенок. Можно его сделать полупрозрачным. Можно нанести потолще. Красота. Так, дальше, что еще у нас тут на сайте написано? Значит, масло ши насыщает кожу губ необходимыми веществами, сохраняет упругость, эластичность и молодость. Ну да, увлажнение прям мощное. Витамин Е в составе, мощный оксидант, нейтрализует свободные радикалы и способствует дополнительному увлажнению кожи. Блеск. Даже издалека блестит, да? Круто. Все зубы заморала. Мне нравится. Вообще шикарно. Так вот он, видите, набирается такой кучкой небольшой. И кладется на губы. Маленький, да удаленький. Да, объем 4 миллилитра. Очень красиво. Что у нас там далее? Пойдемте с вами по порядку. Значит, это мы сняли. Так, помады сняли. Ага, тени. Вот этого, к сожалению, мне не досталось. Увлажняющего тонального флюида. Оно, может быть, он будет потом. А еще в заказе пока что вот только вот этот коллаген бустер BB крем я протестировала. Ну и, конечно, теперь вот такие вот красавчики тени. Ну что ж, поехали. Первый — это артикул 56-740, слоновая кость, такой вот красавчик. Тут он еле заметен на веке, но для меня лично, мне кажется, он такой яркий. Да? Ну, посмотрим. Он, конечно, с более такой розовинкой, нежели на камеру. Тут я вам обязательно должна это сказать, что камера немножко подвирает, к сожалению. Вот если вот так вот его еще взять, да, давайте вот так возьмем, чтобы вам было понятно, да. Вот, ну, в каталоге он
как бы я не могу сказать, что совпадает, но тут ведь смотря как растушевать еще, да, согласны со мной? Так, следующий, 56-742, это идет пепельно-розовый. Ну вот тут я не вижу, что он совпадает, пепельно-розовый. Разница лично для меня и каталогом огромная. Есть что-то такое, но я бы сказала, что это какая-то пыльная роза, что-то типа этого. Так, следующий оттеночек, побежали. Теплый пепельный, наверное, 56-741, а теплый телесный. Теплый телесный. Давайте его сюда определим к этому. То есть они поблескивают, но скоро эти блески уйдут. Теплый телесный. Ну, это как подложка, знаете, под тени. Замечательные просто оттеночки. И, ребята, они супер-мега стойкие. Это прям факт. Да, то есть это действительно универсальные матовые оттенки. Возможно, использовать самостоятельно или в качестве основы для макияжа глаз, что мне понравилось. Ну и, конечно, ухаживающая лифтинг-формула для гладкости кожи мне очень понравилась. Потому что я понять не могу, масло, оно не дает же стойкости. Почему тут масло органа и жжба? Ну, в общем, это просто круто, что придумали такую формулу. Дальше. 56-744. Так, это у нас бежевый. Бежевый, лиловый бежевый. Ну, как бы, не скажу, что совпадает с каталогом. Да, то есть, лиловый бежевый. Ну, вот так вот он смотрится. Лиловый бежевый. Давайте его сюда. Угу. Ну, очень красивый, конечно, оттенок. Такой темно-пыльной розы, что ли. Я его наклонила, и он потек. Вы представляете? Ну, вот его и консистенция. Заодно с вами узнали, как нельзя делать. Ну, в общем, почистила пока поверхностно, как могла. Половину вылила. Смотрите, какой он стал. Темный матовый прямо, да? То есть, если он вначале был светлее, то потом он слегка темнеет. То есть, они все, вот видите, тут по центру я в два слоя нанесла пожирней. Он еще просто не высох. Поэтому по центру светлее, а по краям он идет темнее. То есть, он немножечко меняет цвет, получается, да? То есть, тут тоже должна предупредить. Следующий пастельный дымчатый с артикулом 56-743. Вот с этим оттенком я проходила весь день, и честно вам скажу, что я под впечатлением. Да, просто шикарный оттенок, просто здорово. И кстати, смотрите-ка, какой Фаберлик молодец. Он начал подсыхать, и он стал похож вот на этот тон. Да, слоновая кость. В общем, супер. Следующий оттеночек — это молочный шоколад 56-745. Вот такая красота. Ну, мне кажется, что совпадает. Отлично. Да? То есть, вот такие вот оттеночки. То есть, то, что высыхает, оно становится темнее. Ну, что ж, здорово. Давайте попробуем. Темный шоколад на руке. Ух, какой насыщенный. Божечки-то мой. И он сейчас еще должен ведь потемнеть, я так понимаю, да? Ну, это же вообще прямо супер класс. Прямо такой насыщенный, крутой. Значит, интересно, 56-741, а делала ли я свотч на... Нет, я не сделала свотч 56-741. Вот он такой красивый. Ну все, сейчас у меня все в порядке. Могу что-то забыть сделать. Ну что ж, давайте с вами экспериментировать. Посмотрим самый-самый светлый оттеночек. Итак, открываю 56-740. Вот эту вот красоту, да, как вы помните, видите, он потемнел, на самом деле он был такой вот светленький, но когда он потемнел, он стал вот таким. Ну что ж, так, макну еще разочек. Вот он так набирается на такую вот кисточку, как вы видите. Возьму зеркальце. Угу. Ну это как подложка под тень, я бы сказала. То есть вы его так вот понатыкали и разносите потом, и у вас получается симпатичная подложечка. А кистью тоже можно, в принципе, но меня и так устраивает. И ждете, ну, я не знаю, может быть, секунд 30, чтобы он подсох. Тушуется он великолепно, шикарно. То есть такой еле-еле заметный. Он практически смешался с моей кожей и практически его не видно, да, видите? Глаз без, глаз с. Не могу сказать, что он прямо заметен, да? Так, далее, какой у нас еще есть более светлый оттеночек? 567-41, теплый телесный. Давайте его сюда положим.
То есть они с предыдущим мега похожи. Но этот все-таки немножко потемнее. Кстати, излишки классно убираются и вытягиваются. Видите, как здорово получилось. Тут, наверное, тоже можно вытянуть. Ладно, не будем путать тени. То есть ждем секунд 30, чтобы подсохли, в принципе, да. И они вот такие супер-мега стойкие тени. А нам обещают ультра-стойкость формулы до 12 часов. Я ее подтверждаю. Потому что я с одного глаза не смыла тени для того, чтобы их протестировать. И с утра проснулась, они у меня где были, там и остались. То есть тени продержались больше, чем 12 часов. Это я прям заявляю на весь интернет. Очень классно. Да, потому что, ну, 400 рублей, это можно сказать, бюджетно. Но по качеству это мега супер. Зачем переплачивать и такие тени покупать там за 1500-2000, да? А то и кто-то и за 15-20 покупает, когда у нас с вами просто шикарные. Шикарные тени, прямо вот, прямо в эфире. Ну, конечно, да, оттенки очень бомбезные, мне нравится. Так, поедем с вами. Что-то, наверное, надо нам сейчас потемнее какой-то оттеночек взять. Да уж, да уж. Так, ну какой же возьмем оттеночек? Ну, хорошо вообще, люк, хорошо. Как бы, знаете, вот у меня есть скульптор, вот он очень похож на него. Обратите внимание. А, то есть я иногда скульптором делаю макияж. Вы спрашиваете, откуда у вас такой цвет красивый? Вот этот самый скульптор. Видите, вот он. Красота. Да, я очень часто делаю подложку именно таким цветом. И я рада, что теперь она будет еще и водостойкая, а не просто скульптор. Так, 56-742, пепельно-розовый. Давайте возьмем по порядку. Пепельно-розовый. Его тоже можно использовать как подложечку. Поэтому я его прям буду класть побольше, пепельно-розовый. Так, самое главное, тени поставить правильно. Но замерзают они не супер-мега быстро, и вы можете легко как бы их даже друг на друга еще и наслаивать. Смотрите, как классно. Да, красота. Этот оттенок прям освежает. Где-то в каких-то обзорах я смотрела, там женщина, обзора каталога, да, я смотрела, там женщина сказала, что будет полезный взгляд. Нет, ребят, наоборот, вот эта вот нежность, светлость, какая-то молодость пришла. Вообще очень красиво, наоборот, наоборот, все наоборот. А, ну, она его не пробуя про это сказала, поэтому, конечно, так. И смотрите, что еще можно с ним сделать. Его же можно сделать еще и вот этой вот штучкой. Очень красивый, да, то есть растушевать, пока он не застыл. И получается просто наипрекраснейший, очень красивый цвет румянца. И этот румянец у вас никогда никуда не денется, пока вы не умоетесь. Вот это круто, вот этот лайфхак вообще просто, лично для меня это бомба. Вот чтобы супер-мега стойкие они были, это шикарно. Ну и взгляд, конечно, сразу открылся, сразу стал другим, заметно, да? То есть тут такой спокойный, прекрасный макияжик, а тут прям на. Так, следующий у нас с вами 56-744, лилово-бежевый, да, кто его не помнит, вот эта красота. Да, такая вот. Ну и давайте будем пробовать. Будем пробовать поверх этого. Это уже серьезно. Еще раз повторюсь, что можно и кисточкой, и чем угодно растушевывать. Давайте, кстати, попробуем кисточкой. Взяла кисть, я даже немножко переживаю. Надеюсь, что он не засох. Но он такой же, знаете, темный-темный. Поэтому я боюсь. Ну, слушайте, кистью еще круче наносится. Прямо мега-мега вау. Единственное, что я слишком сильно махнула и очень-очень много лишнего. А так, на самом деле, вообще красота. Просто сильно не размахивайте. И будет здорово. Ну, кстати, все излишки
легко убираются любой пудрой. Ну, если вы не знали, то на самом деле излишки убираются легко и просто. Так, тени начали застывать. И тушевать их стало чуть-чуть сложнее. То есть, пока я бегала, выбирала кисточку, они слегка у меня подзамерзли. Но все равно эффект прекрасный. Вот, такая вот красота. Но все равно хочется немножечко подубрать, да? То есть, вот это вот место подровнять. Давайте посмотрим, как они подружатся. Но это даже очень хорошо, что они подзамерзли. Даже вовремя. Хотелось бы, конечно, полностью их попробовать. Угу. Ну, слушайте, великолепно. Даже полузастывшие тени, да, то есть на, получается, да, то есть видите, веко уже возрастное, и они лежат классно, они не подчеркивают морщины, что мне нравится. Вот это вот прям 5 с плюсом теням, прям круто. Так, следующий оттенок у нас с вами пойдет 56-745. Так, это ты который? 56-745. Молочный шоколад. Молочный шоколад. Так, значит, такой вот он, да, помните его? Вот он, такой вот темный молочный шоколад. А, вон вот где, господи, я не то сделала. Да, такой вот он темный. Тут я, конечно, возьму, наверное, кисть. Взяла чистую маленькую красоточку. Сейчас, значит, мы с вами попробуем. Значит, сюда. Сюда можно в виде подводочки, да? Ну, вообще круто. И вот сюда положить. То есть мы с вами уже будем вот таким делом делаться. Но смотрите, это если вы смоки какой-нибудь не хотите, ну тогда вот отлично. Если вам хочется какой-нибудь смоки, то мне кажется, я и то лишко нанесла. Так, ну зато будем с вами знать, сколько наносить в следующий раз. Да нет, в принципе, слушайте, отлично. Если светлинки добавить, то очень даже и неплохо. Угу. Ну, слушайте, красиво. Разносится так здорово, так легко, так прямо божественно приятно. Вот чуть-чуть хочется тут подобрать, да? Вот этот вот, вот это вот место подтушевать. Опять-таки, да, беру этот свой, свою палетку. И вот тут подобрать. А на самом деле просто очень красивые оттенки. Угу. И их, кстати, можно в стадии засыхания все что угодно с ними сделать. Ну, слушайте, прекрасно. Просто прекрасно. Мне хочется еще, знаете, из новой палетки в завершении, да, вот этого вот макияжа. Сейчас с вами возьмем какую-нибудь блестючку. Так, давайте вот это по центру возьмем. Значит, это у нас тени, которые я уже буду показывать вам в следующем обзоре. Артикул 56-762. Это тени для мамы и малыша. Так, и вот тут вот. Ой, посмотрите, какая красота получается. Прям супер. Какой-то блеск такой. Прям офигенский. Господи, как это вам передать? Тушуем блеск. Просто шикарный. Сейчас еще тут попробую. Угу. Вот тут слегка подрастушевать кучку. Ну, слушайте, прям шикарно получилось. Вообще, этот блеск, он очень крутой. Да, смотрите. Прям мега крутой. Он очень такой насыщенный. Его можно, конечно, и чуть-чуть немножечко нанести, да. А можно вот так толсто, как у меня. Ну, просто красота получается. Так, ну и давайте попробуем последний оттеночек. Опять у меня получился длинный обзор. Ну, а как делать обзор, я не понимаю. Вот в эти вот минутные шорсы я засовываю, и что? И человек ничего не понимает. Дальше, значит, постельный дымчатый. Артикул 56-743. Вот такая красота. 56-743. Так. Мне кажется, он будет слишком светлый уже. Да, он слишком светлый уже для этого. Я думала, он будет потемнее. Нет, это маленько не то. То есть мы с вами сейчас все тут перекроем наоборот. 56-743. Угу. Я думала, он будет темнее. Нет, вы посмотрите, какой силы тени. Все перекрыли.
Так и хочется добавить. Нафиг! Все перекрыли нафиг. Серьезно. Обалдеть. Вот какая у них пигментация. Просто невероятная пигментация. Угу. Ну круто. Без пятен, без всего, а просто шикарно, на мой взгляд. Осталось чуть-чуть подтушевать. Так, дайте мне еще чуть-чуть. Вот сюда, да, положить. Пропустила я это место. Угу. Ну, это просто красивая подложка. Такие вот классные тени. Красивая подложка или, скорее всего, дневной макияж. Как-то вот так и хочется обозвать. Вот, одно из двух. Вот такие нежненькие, да? Как бы не особо. Ну, я имею в виду, как вот эти темные, да? Темные можно сделать, допустим, еще темнее, еще круче. Если взять еще раз кисточку, да, эти уже темнее не сделаешь, к сожалению. Это прям абсолютно уже другое. Да, тут прям стрелочку можно сделать, провести. То, что классно. Вот, смотреться. Да. То есть, если сравнить эти тени с теми, то вот. Видите, да? То есть они будут хорошо наноситься как угодно. Спонжиком, пожалуйста. Пальчиком, пожалуйста. То есть чуть-чуть добавить слегка, да? Пожалуйста. Да, кисточкой тоже, пожалуйста. Кисточку я при вас держу. То есть как бы симпатично, очень даже симпатичные тени. Тени я хвалю тем, что они очень легко тушуются, они очень легко кладутся. Можно увести глаз куда хотите, куда захотите, да. И тут хочется еще в дополнение ко всему, может быть, какой-то зеленцы немножечко добавить. Легкой вот этой вот. Да, какой-нибудь, видите, какой красивый оттенок. Их, наверное, можно и влажным способом наносить, и всяко разное их можно наносить. Но смотрите, глазик сразу преобразился и сразу стал классным. Но об этих тенях мы, конечно же, с вами в дополнении поговорим уже в следующем обзоре, потому что хочется о них тоже с вами пообщаться получше, поподробнее, как говорится. Помедленнее я записываю. Да, очень красиво. Да. Смотрите, зеленцу добавили, уже абсолютно другой оттеночек, да. И тут, кстати, смотрите, лишка легко убирается, да, прям вообще раз, два и все. Мне понравилось. Красотка, прям, господи, прям красотка. Да, еще можно вот этот центральный блеск, ну, он с тех, наверное, круче. Да, видите, как классно набирается. Сюда посадить навека. Вот если садить блеск кисточкой, то он будет очень легкий и невесомый. То есть и тогда он будет, ну, просто как блеск, да, то есть легкий такой. Он не будет ни зеркалить, ничего, он просто будет добавлять слегка так немножко блеск. А если его нанести пальчиком, прямо вот так вот, такой вот слой, он уже будет таким нагловатым, да, нагловатым. Ярковатым уже будет, да, то есть смотря как наносите. Ну вот вам и два вида макияжа. Осталось ресницы подкрасить, потому что они утонули, да, потому что они утонули. Так, хочется вот этот метон попробовать. Видите, какой красивый. Давайте чуть-чуть попробуем. Ой, ну красота. Еще и пигмент крутой. Посмотрите. То есть, видите, да, то есть тени, матовые стойкие тени, их можно и как подложку, их можно и как самостоятельные. Только что я из них сделала просто шикарную подложку. И какой макияж хочу, такой вот и наведу другими тенями, да. Давайте синие попробуем еще. Господи, какие они яркие, мамочки. Да, то есть взяли и сделали тоже, получается, подложечку. Так. Ой, ребята, вот это пигмент. Вообще круто. Так.
Ну да, ресниц, конечно, не хватает. Ну, смотрите, как подложка, тоже великолепно. Просто здорово. Прям никаких нареканий к теням нету. Великолепно. Чуть-чуть, может быть, блески поотпали. Ну, блески они и в Африке, блески. Поэтому я думаю, ничего страшного в этом нет. Но на самом деле все шикарно. Ресницы клеить или красить и вперед. Да уж. Ну вот этот, конечно, синий фиолетовый оттенок мне, конечно, очень понравился. И вот этот зеленый просто бомба. Куда-то бы вам его. Видите, какой крутой. Да. И голубой тоже очень красивый. И синий. Тоже очень красивый, матовый. Ну, все будем смотреть с вами в следующем обзоре. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Курманова Анна, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео. Пошла умываться, а то я мужа каждый обзор смешу.